С 10 по 13 сентября в городе Владивостоке состоялся Восточный экономический форум, для участия в котором прибыли главы 5 государств. Это давние деловые партнеры нашей страны – Китай, Япония, Южная Корея и Монголия. Основные задачи, которые решали стороны – это укрепление связей международного инвестиционного сообщества, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока, повышение конкурентоспособности, презентация новых условий ведения бизнеса. В работе ВЭФ приняли участие почти 2000 делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации. В ходе экономического форума было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Крупный российский промышленник и предприниматель Олег Савченко был в числе приглашенных и готов рассказать нашему телеканалу об увиденном и услышанном. Не присутствовать на таких мероприятиях мне нельзя уже, учитывая масштаб и учитывая авторитет этого форума, потому что на форуме присутствуют 5 президентов одновременно. Наш президент и 4 крупнейшие экономики мира представители. Соответственно, с президентами вместе было все лидеры бизнес-сообщества со стороны Китая. То есть китайская делегация только насчитывалась 1000 человек. И также нужно учитывать и понимать, что после ограничений и санкций, которые вводят сегодня западные страны, Китай – это источник сегодня, источник и денег, и технологий, и инвестиций в адрес Российской Федерации. Почему бы не полететь к ним поближе, в гости, когда единовременно можно общаться в масштабах форума и в формате форума с любыми компаниями, руководителями, акционерами. Вот даже удалось, там, что называется, пообщаться с самым богатым человеком Китая, в состоянии которого начались более 100 миллиардов долларов. Это владелец компании «Alibaba». А почему бы нет? Вы знаете, вот такие встречи приносят прямо и косвенно большие возможности, которые нужно потом уметь пользоваться. И могу вам точно сказать, что один из самых успешных проектов, который был подписан и который будет реализован в ближайшее время, это волгоградский проект по реконструкции «Химпрома», по возобновлению производства «Химпрома» со стороны одной из крупнейших японских корпораций и российской группы «ЕОН». Намерения, которые были подписаны на Питерском экономическом форуме в мае, вот уже они реализованы, потому что подписание было в присутствии премьер-министра Японии. Это накладывает такие особые обязательства на инвесторов. Но что еще интереснее, это говорит о том, что представители японских компаний готовы и рассматривают Волгоград как площадку для дальнейших инвестиций, для возрождения химической отрасли, химического кластера, который во время СССР, напоминаю, был один из самых лучших и лидирующих в нашей стране, в огромном государстве. Поэтому я уверен, что это первый небольшой шаг. В дальнейшем этот проект будет множиться